тяжело, видно, разные задачи стоят. Ну, главное, да, сыграли на ноль, вытерпели, сыграли дисциплину. Дисциплина была на уровне. И впереди, да, может, было мало позиционных атак, но контратаки были хорошие. Есть к чему стремиться, и те ошибки, которые мы допустили, надеюсь, в будущем будем исправлять. Но еще раз повторюсь, есть к чему стремиться и улучшать свою игру. Честно сказать, вчерашняя игра меня ни капли не устраивает, поэтому буду стараться исправляться. Не буду стараться, а буду исправляться в будущем. Поэтому есть к чему стремиться, нужно много работать над собой. Все мы люди, все мы ошибаемся. Да? Но эту фразу я, наверное, уже устал повторять, поэтому надеюсь, в будущем все будет намного лучше.